смех. Сейчас 18 градусов. Может, 19. Кто летит в мае, будьте готовы к этой вот фигне. Никто не купается, на улице дождь. И непонятно, чем заняться. Если у вас нет детей, можете... Идите в Таласа спа. Можете съездить на экскурсию. Да. Есть супер подогреваемый бассейн, называется Таласа, с морской водой. Но туда с детьми можно только с 10 до часу дня. Больше нельзя. Пледики. Продают пледики, очень актуально. Но как только выходит солнце, здесь сразу все заполнится людьми и будут купаться в море. Дорожки очень ровные, можно гулять с коляской, можно ходить босиком. Все чисто, прибрано, красиво. Вот такой вот бассейн номер один. На мой взгляд, самый лучший. Он с морской водой. Вот здесь иногда включают бурлилку, типа джакузи. Вот эти лежачки тоже можно занимать. Но это очень сложно. Второй бассейн находится вот там. Недалеко. Там пресная вода. Бар находится посередине. Здесь все. Вино, пиво и так далее. Вот здесь находится снэк-бар, так называемый. Там достаточно много вкусного всего в обед готовят, что можно даже не ходить в основной ресторан. Там, кстати, наливают гораздо больше. Большие стаканы. Сам отель находится на такой небольшой возвышенности. С колясками можно пройти через ресторан всегда и подняться на лифте. В остальных случаях по ступенькам. Выглянуло солнышко через дырочку. Есть бар для курилок. Пепельницы. Аж три лифта. Ты нажимай, да, закрывание. Четвертый этаж. Номер обычный, снимать тут нечего. Вот такая детская прикольная кроватка дали нам. Такой вид из номера.
Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't.